очень важное дело. Мы пишем письмо Дедушке Морозу. И мы хотим поздравить весь наш город. И всех зрителей. Новый год – это время чудес. Поэтому чудес я желаю для нас всех. Дедушка Мороз, ты всегда исполнял мои желания. Исполни и в этот раз. Пускай во всех домах будет елка, а возле нее соберется счастливая семья. И будет много подарков. А еще больше пускай в домах будет радости. Я хочу, чтобы наши мама и папа никогда не болели. Пускай сестричка растет самая красивая. А пусть у меня будут всегда самые хорошие оценки. Ну и конечно же, пусть скорее наступят каникулы. А я напишу, чтобы Дедушка Мороз исполнил все мечты. Чтобы вокруг был мир. И дети не теряли родителей. Пускай не будет войны. Пускай наконец-то люди поймут, что лучше мира ничего нет. Так много еще хочется попросить и написать. Но главное, подари взрослым умение прощать. Тогда проблем станет намного меньше. А значит, счастья намного больше. Пусть в каждом взрослом остается немножко ребенка. Пусть в каждом бурлит творчество и не перестает радовать окружающие. Цените то, что имеете, и не останавливайтесь на достигнутом. С Новым годом! Все-все-все! Дедушка Мороз, не забыл про наши мечты и просьбы. А мы попытаемся их выполнять. А мы попытаемся делать всех счастливее. Мы будем радовать наших зрителей только хорошей информацией. Мы вырастем добрыми и честными. Сейчас время праздновать. Снова!